И снова в Великобританию. Ударник Битлз Ринго Стар наконец-то удостоен рыцарского звания. Высокий титул получил от королевы Елизаветы II в преддверии Нового года. Ну а вместе с Битлом в рыцари зачислили и основателя группы Биджис Барри Гибба. Больше знает Алексей Пшемиски. Рыцарь Британской империи. Спустя 55 лет после присоединения к легендарным The Beatles, бессменный барабанщик группы Ринго Стар удостоился одного из высочайших титулов Великобритании. Самый неизвестный из битлов, как его называли на пике популярности ливерпульской четверки. Именно Ринго Стар, по мнению многих, смог объединить совершенно разных характерами Леннона, Маккартни и Харрисона. После распада битлов Ринго, чье настоящее имя Ричард Старки, начал сольную карьеру, записав 19 альбомов. Реализовав себя еще и как певец и композитор, он стал самым богатым барабанщиком в мире. Свои первые палочки он получил в подарок на Рождество в 17 лет. Теперь же состояние легендарного битла оценивают в 300 миллионов фунтов. Мой главный совет всем музыкантам – просто продолжайте играть. Это то, что делал я. Я играл, трудился на заводе, потом бросил работу, чтобы отправиться в трехмесячное турне. Не знал, куда забросит меня жизнь, но смотрите, где я сейчас. Да, теперь музыкантам труднее найти место, где играть, и продажи песен уже не столь высоки. Но играйте, стримьте, делайте это. Ринго Стар – последний из битлов, кто до сих пор не был удостоен рыцарского титула. Примечательно, что почетную приставку «сэр» он получил ровно 20 лет спустя после Пола Маккартни. Всего титула рыцаря от Елизаветы II в этом году удостоились более 1000 человек. Среди них и основатель группы «Биджис» Барри Гибб. Торжественная церемония посвящения состоится в Букингемском дворце 1 января. Из Лондона Алексей Пшемыский, Сергей Дубинин. Подробности телеканал «Интер».